Послушай, я тебе ничего не сделала. Когда у меня была возможность отбить у тебя Иву, я тебе его вернула. И еще успокоила тебя, чтобы ты не страдала. Так что хватит ему врать. Врать? Да, не лезь в мою жизнь. Знаешь что, а ведь я вышвырну тебя на улицу. Ничего у тебя не выйдет. Нет? На что поспорим? Да, Милагрос сбежала от меня прямо от алтаря. Сбежала, но не по своей воле. Хочешь сказать, ее вынудили? Именно так и произошло, ее заставили. Что ты сказал? Милагрос бросила тебя, но не по своей воле. Ее заставили. Кто? Кто ее заставил? Отвечай, кто ее заставил? Забудь об этом. Нет, не забуду. Договаривай, раз начал. Коста! Серхио, постой. Ты начал говорить, договаривай. Не со мной ты должен говорить. А с кем я должен говорить? С Милагрос. Не надо, рассказывай, что тебе известно. Пожалуйста, прошу тебя. Блондин, мне нужно с тобой поговорить. Я тоже собирался с тобой поговорить. Объясни, что мне сказал твой жених. А что он сказал? Что ты избежала от меня из церкви. Спасибо, что сказал. Кто тебя заставил? Что? Кто тебя заставил, Милагрос? Фильм Рауля Лекоуны. В главных ролях Наталья Орейро и Факунда Арана. Дикий ангел. Автор сценария Энрике Торрес. В фильме снимались Фернандо Мистраль, Вероника Виера, Лидия Ломайсон, Виктория Анетта, Норберто Диас и другие. Что ты ему сказал? Ничего. Нет, нет, не нужно, Коста, прошу тебя. Серхио мне ничего не сказал, не назвал ни одного имени. Я тебя спрашиваю. Милагрос, лучше мне уйти, я здесь лишний, это ваши дела. Пожалуйста, Серхио, все в порядке, вам нужно поговорить. Пожалуйста, Милагрос, позвони мне, если что. Ну так что? Кто тебя заставил? Слушаю тебя. Я не хочу об этом говорить. Придется. Давай все выясним, кто тебя заставил. Твоя мать. Моя мать? Да, твоя мама. Что она тебе такого могла сказать, чтобы ты передумала выйти за меня? Что она тебе сказала? Что я испорчу тебе жизнь. И она не хочет такую невестку, как я. А ты? Не будем об этом. Придется, Милагрос. А ты? Я тоже не в восторге от такой свекрови, от такого мужа. Извини. Милагрос.
Почему же ты тогда приняла мое предложение? По правде? Да, мне нужна только правда. Из-за денег. Иво! Хватит, Милагрос, все ясно. Неужели тебе все мало? Я не об этом. Передай своей жене, чтобы она от меня отстала. Отстала? Да, ты еще не убедился, какая она стерва. Но она у меня дождется. Передай, пожалуйста. Уходи, пожалуйста. Уйду, только передай мои слова. Хорошо, уходи. Пока я не свернул ей шею. Ступай. Наконец-то, Милли, нам нужно поговорить. У меня нет времени. Ты уходишь? Я должна поговорить с этим придурочным брюнетом. Серхио, ты знаешь другого придурка? Чамука. Этот еще не до такой степени. Знаешь, что он сделал? Что? Если бы я не пришла вовремя, он рассказал бы блондину, что я сбежала от него, потому что он мой брат. Прекрасно. А что здесь такого? Издеваешься? Если блондин узнает, то может бросить свою жену. Хорошо бы. Глория. Если Ива бросит Флоренсию, то только из-за того, что любит тебя. Ну уж нет. Пусть кто угодно разбивает их брак, только не я. Теперь они вместе до конца жизни. И Серхио, я тоже поклялась, что не предам его. Хорошо, не предашь. Но любишь ли ты его? Иду, иду, минутку. Да, сеньор? Я к поварихе. Минутку. Рамон, как ты элегантен, я тебя даже не узнал. Для тебя и сеньор Рамон. Что? Что-что, сеньор Рамон, в этом доме я больше не прислуга, а представитель автомобильного бизнеса. Рамон, сеньор Рамон. Что он у себя строит? Эй, постой! Это мне? Да. Рамон, какой сюрприз. А для меня наоборот. Ты всегда в моем сердце. Рамон, как ты элегантен. Вы! Что я? Вы хотите выпить, сеньор? Да. А что? Мускат есть? Мускат? Да, мускат. Мускат теперь никто не пьет. А я пью. И если у тебя его нет, то пойди и купи. Купить. Сокора, я жду тебя сегодня в гости. Ты и я одни? Лишь танго будет третьим. Танго. Значит, мы будем танцевать. Что она сказала? Что ты к ней придираешься. Я придираюсь? Да, она сказала, что ты постоянно ее провоцируешь. Это правда? Неужели она дошла до этого? И ты всему этому поверил? Это правда. Да все наоборот. Она хочет разлучить нас, Ива. Не представляешь себе, что она мне сказала? Что? Надо было раньше тебе сказать. Будто бы ты ползаешь у ее ног. Мне даже неудобно повторять. Сплошная чепуха. Ты ведь не спал с ней? Я надеюсь. Как дела? Хорошо, а у вас? Спасибо. Что-нибудь еще? Нет. Нет. А вы любите животных? Оленей? Зайцев? Охоту любите? Нет, не люблю.
Так же, как не люблю рога. Если бы у меня выросли рога, то я бы... Вы что? Я бы пошел на убийство. Понимаю. Хорошо, что вы не любите охоту. Значит, с вами этого не случится. Никогда. Рад слышать. Я пошел. Прошу прощения. Да, конечно. Нестор? Да, Луиза? Не уходи, пожалуйста. А ты что, застыл? Уже ухожу, меня ждут. До свидания. Я пошел. До свидания. Этот идиот все еще тебя боится. Вот и хорошо. Пусть боится. Пусть боится, пока не оставит мою дочь в покое. Хотя думаю, что все встанет на свои места после той встречи, которую я организовала. Какой встречи? Ты еще не знаешь? Ты-то мне и нужен. Я? Да, ты. Скажи. Ты что, совсем спятил? Зачем ты все рассказал Иву? Зачем? Сама знаешь, зачем? Нет, объясни. Я люблю тебя, а ты любишь Иво. Мне кажется, с ним ты была бы счастлива. Со мной Иво будет несчастлив. А как насчет тебя? Это одно и то же. Нет, не одно и то же. Иво, постой, давай поговорим. Мне не о чем с вами говорить, сеньор Миранда. Выслушай меня, пожалуйста, Иво, я не знал. Твоя мать рассказала обо всем совсем недавно. Если бы я только знал, что у меня... Я так обрадовался, когда она рассказала. Спроси Луису, если не веришь. Я верю, верю. Только позволь мне закончить. И его. У меня большие планы, связанные с тобой. Я хочу работать вместе с тобой. И могу предложить тебе блестящее будущее. Блестящее. Закончили, сеньор Миранда? Да, я закончил. Только не нужно называть меня сеньором Мирандой. Ведь я твой отец. Вы навсегда останетесь для меня сеньором Мирандой. Мне противно само слово «отец». К сожалению, меня приучили ненавидеть это слово. Извините. Извините меня, пожалуйста, сеньор. Прошу прощения. А вдруг она не согласится? Если я с тобой, значит, ты победитель. Пойми, в этом доме все делается так, как я хочу. А я говорю, что ты жених моей дочери. Выпьем за моего будущего зятя. Это никак не связано с новой фирмой моего отца? Ты меня обижаешь. Деньги в моей семье никогда ничего не значили. Именно это всегда повторяет мой отец. Главное, семья. Потом семья. А в заключении тоже семья. Будь здоров. Надеюсь, все получится. Можешь не сомневаться. Все выйдет наилучшим образом. Анхелика? Бернардо просил меня зайти. Это еще не повод, чтобы не стучать. Я здесь не для уроков хороших манер. Что вы хотели? Рассказывайте. Присаживайся. Итак? То, что происходит в этом доме, постыдно. Если бы у тебя было достоинство, ты бы ушла отсюда. А почему бы не уйти вашему сыну? А, да, я знаю. У Федерико нет чувства собственного достоинства. Луиса, уйти должна ты.
Этот дом всегда был домом моей семьи, еще задолго до твоего прихода. Анхелика, вам прекрасно известно, что мы с вами никогда не выносили друг друга. Неужели? А я и не знала. И мне не оставалось ничего другого, как терпеть. Но теперь притворяться нет необходимости. Ошибаешься. Ты никогда не притворялась. Я всегда знала, что ты меня не выносишь. Сеньорита Виктория, Морган, нам нужно поговорить. Конечно, нам нужно поговорить. Конечно. Итак, слушаю. Нет, вначале вы. Почему ты был таким вульгарным там, в ресторане? Я объясню. Объяснишь? Хватит глядеть по сторонам. Что ты можешь объяснить? То, о чем вы спрашиваете. Итак, слушаю тебя. Нет, не сейчас. Не сейчас? Говори же. Она. Она. А, понимаю, твоя кузина. Нет. Значит, она тебе больше не кузина. Мать. Мать твоей кузины. Нет, ваша мать. Моя мать? Она меня запутала. Это ты меня запутал. Бернардо. Бернардо. Сеньорита Виктория, ваша подруга ждет вас в гостиной. Большое спасибо. Что с тобой? Со мной? А с кем же еще? Да, конечно, со мной. Что только со мной не происходит. Все, что угодно. Идиот. Помнишь, что я написал в записке, которую дал тебе вместе с цветами? Да, помню. Это из этой книги. Поэта со странным именем. Да, странным. Немер. Ибн. Эль. Бадур. Барут. Почитай. Здесь. Ну и имечко. Вот здесь. Благородная любовь всегда готова оставить завещание. Почему ты выбрал именно эти строчки? Потому что я так тебя люблю, что не переживу, если ты не будешь со мной счастлива. Только в твоих объятиях я понял, сколько времени было потеряно напрасно. Ну-ка, дай. Почему твоя кожа всегда пахнет весной? Правда? Моя кожа пахнет весной? Правда. Моя очередь. Дай-ка. Незанятая часть моей души только твоя. Как красиво. И как ты сказала, только твоя. Мне тоже понравилось. Внимание, господа! Чувствуйте себя как дома. Сейчас вы получите сенсационную информацию. Вам будет представлен настоящий жених моей дочери. И вы убедитесь, что он не имеет ничего общего с тем, кого вы видели на фотомонтаже. Это же полный абсурд, чтобы моя дочь встречалась с каким-то шофером. Лина, предложи господам напитки. Даниэла, дорогая, пригласи, пожалуйста, жениха моей дочери. Конечно. Наверное, вы горите желанием сделать снимки. А теперь у вас будет возможность сфотографировать мою дочь с настоящим женихом. Вот он. Здравствуйте. Вот он. Жених Виктории Ди Карло. Нет, вот жених Виктории Ди Карло. Что с тобой? Думаешь? И какие новости? О чем? Какой толк тебя спрашивать? Ты никогда ничего не знаешь.
Позвонила Милли и сказала, что скоро придет. Прекрасно. Кто-нибудь видел Сакуру? Да, она прекрасно выглядит. Правда, как я за нее рад. А почему Сакура не готовит ужин? Я иду в выходной, она собирается на танцы. Ты что, не знал? Нет. Видишь, ты никогда ничего не знаешь. Ее пригласил Рамон. Серьезно, Рамон пригласил Сакура. Минутку внимания. Сакура. Перед вами Сакура. Самая красивая девушка города. Как ты прекрасна, Сакура. Не вгоняйте меня в краску. Сакура, ты на самом деле самая красивая девушка города. Ты неподражаема. Рокки, ты не мог бы меня отвезти, а то в таком виде мне неудобно идти одной. Я буду твоим телохранителем. Обещаю. Только этого нам не хватало. Тоже мне герой нашелся. Как тебе только могла прийти в голову мысль о подставном женихе? Это я дура? Ты назвал ее дурой? Да. Ты сам идиот. Зачем ты привел Бобби без всякого предупреждения? Что, тебя предупреждать? Только этого не хватало. Вечно суешь свой нос куда не надо. Спокойно, носик, а не нос. Вот так. А ты лучше помолчи. Как я от вас устал, меня просто мутит от вас. Да, меня тоже. Теперь понимаю, почему здесь такой запах. Федерико, ты слышишь? Замолчи. Замолчи, Федерико. Замолчи, Андреа. Хватит, мы уезжаем из этого дома. Это уже слишком... Нет, не надо, не надо. Моя карьера... Был, пусть убираются. Не принимай все близко к сердцу. Все мы в одной лодке. Тебе тоже будет на руку, если меня изберут депутаты. Ведь не так ли? Малена. Малена. Ты и моя мать лучшие люди в мире. Да. Да. Я готов под этим подписаться. Скажи мне, Малена. Что тебе сказать? Ты выйдешь за меня замуж? Я? Да, ты. Ты мой кумир. Нежность — это хорошо, но ты не ответила на мой вопрос. Ответила? Знаешь, Малена, хоть в песне говорится, что расстояние приводит к забвению, я никогда тебя не забуду. Я тоже. Знаешь? Что? У меня кое-что для тебя есть. Да, у нас с Серхио все в порядке. Он прекрасный парень. Конечно, прекрасный, но ты же его не любишь. Лина, отстань от нее. Но это правда. Откуда ты взяла, что она его не любит? Потому что о блондине она никогда не говорила, что он хороший парень. А говорила, что он прелесть, очень нежный, красавец. А Серхио просто хороший парень. Да, ты права, бабочка. Вот видишь? Но ты ошибаешься. Вот, послушай. Как это может быть, чтобы я была права и одновременно ошибалась? Ты права, когда говоришь, что для Ивы у меня были другие слова. Но и чувства у меня были тоже другие. Ива был для меня всем. Но это в прошлом. Он выбрал, с кем будет идти по жизни. Согласна, это моя вина, но он сделал выбор. И кто я, чтобы разбивать его семью? То, что ты сказала о Серхио, неправда. Он не просто хороший парень. Он любит меня всем сердцем и хочет помочь преодолеть трудности. И со временем я полюблю его так, как он любит меня. Да, но не так, как ты любила блондина. Не так. Так, как я любила Иву, я больше никогда не полюблю. Никогда. Рамон, я умираю от любопытства, что ты мне принес. Сакура, ты не знаешь, что у меня для тебя есть? Не знаю, но очень хочу узнать. Хочешь, правда? Да, хочу. Что ты мне принес? Вот, открой. Я не могу. У меня дрожат руки. Не будь такой трусихой. Это же... любовный медальон. Нравится? Твое имя выгравировано на моей половинке, а мое на твоей. Мое имя на моей половинке, а твое на твоей? Нет, Сакура, мое имя написано на твоей половинке, а твое на моей.
Как давно я не видела любовных медальонов. Как поют по радио в одной известной песне: «Дай мне мой любовный медальон, дай мне мой любовный медальон». Да. Мне никогда не дарили ничего подобного. Все однажды бывает впервые. Теперь мы должны его переломить. Знаешь, я не ожидала. Я решил это сегодня днем. Что? Я хочу жениться на тебе. Ты согласна? Почему же ты согласилась, когда я сделал тебе предложение? Хочешь знать правду? Только правду. Из-за денег. Незанятая часть моей души только твоя. Мне понравилось, как ты сказала, только твоя. Мне тоже понравилось. Особняк Ди Карло? Да, конечно, сеньорита. Минутку, пожалуйста. Сеньора Ива, это сеньорита Марина, сестра вашей супруги. Меня? Она просит к телефону вашу жену, но вначале лучше вы сами поговорите. Что случилось с Бернардо? Не знаю, кажется, она плачет. Что? Алло. Что случилось, Марина? Что? Что? Когда это произошло? Возьми себя в руки. Марина, постарайся успокоиться. Ладно, Марина. Нет, я сам передам ей. Марина, все будет в порядке. Пожалуйста, не волнуйся, я сам с ней поговорю. Что-то случилось? Умер мой тесть. Доминико Риса? Инфаркт? Нет. Марина сказала, что он вышел из дома и на него напали. Боже мой! Вы слышали, сеньор Федерико? Что? Что сеньор Доминико Риса погиб в результате вооруженного нападения. Какое несчастье! Как? Ива, как ты рано встал? Надеюсь, ты еще не завтракал. Флор. Что? Флор, твой отец. Что с моим отцом? Что-то невеста опаздывает. А что, если я сбегу, падре? Что ты сказал, Франциско? Правильно ли я делаю? В моем-то возрасте не знаю. Может, лучше не жениться? Что-то я боюсь. Это как болезнь. Я боюсь. Послушай, Франциско, хорошенько подумай и не делай из меня дурака перед Господом. Вы поверили? Сейчас не время для дурацких шуток. Не думал, что вас так легко обмануть. Пойду встречу. Ну что, Гамуса? Послушай, что я хочу тебе сказать. Знаю, это странно. Ну, я о том, что у нас теперь будет семья. Наверное, это нелегко. Но все будет в порядке, вот увидишь. Тебе понравится. С этого дня Лидия будет твоей матерью. И папа хочет, чтобы ты ее полюбил. Ты меня слышишь? Ты должен ее полюбить. Ты уже ее полюбил.
Что? Она уже для меня как мать, да? Да. Я простила тебя, мама. Простила, поверь. Мне хорошо с тобой. Но его я не прощу. Глория, я не могу тебя заставить, но он твой отец. Все это время он не знал о тебе. Не нужно на него сердиться. Дай ему, по крайней мере, хотя бы один шанс. Не отказывай ему в этом. Мамочка, что мы делаем? Увлеклись сплетнями, а тебя ждут. Ну, как я? Ты прекрасна. Хочу тебя попросить. Все что угодно, дорогая. Когда я буду выходить замуж, будь моей посаженной матерью. Конечно. Спасибо. Ой, чуть не забыла. Пожалуйста. Какая прелесть. Вы самая красивая невеста. Да, это точно. Идемте быстрее, Падре Мануэль уже сердится. В чем дело? Это я спрашиваю, в чем? Почему ты так на меня смотришь? Это было не ограбление, а убийство. Да, я знаю. Именно это меня и беспокоит. Когда ты узнал об этом? Что значит «когда»? Ты узнал об этом от Иво или еще раньше? Как все было трогательно, просто и трогательно. Только подумать, вот мы и поженились. Просто не верю, наконец у меня мозги встанут на место. Не надо, папа, это больно. Не пора ли поднять бокалы? Хорошая мысль. Хочешь что-нибудь сказать, Франциско? Я? Нет, падре, я не умею говорить. Умеешь, когда нужно. Можно я? Да, у тебя это лучше получится, Гамуса. Знаете, у меня никогда не было матери. Хотя был отец. Но он все пил и пил. В один прекрасный день он вдруг излечился. Это был тот день, когда вы встретились. Теперь папа вылечился, и у меня есть мама. Обними меня. Нет, подожди. Мы еще не выпили. А что у тебя в стакане, Гамуса? Вода, падре. Постой, иди сюда. Ты меня еще не поздравила. Я сейчас вернусь. Послушай, если ты меня не любишь как отца, то, по крайней мере, можешь полюбить как мужа своей матери. Поздравляю. Спасибо. Ты сказал? А то, что ты угрожал Доменико Риссо, и этому есть свидетели. Ты просил меня представить тебе всю информацию о Доменико Риссо. И я видел, как ты вручил конверт с этими сведениями какому-то типу уголовного вида. Ты что, намекаешь, что я убил Доменико Риссо? Нет, не убил. Ты заказал убийство. Священник сделал нам прекрасный подарок. Какой он молодец. Да, теперь мы проведем свадебное путешествие в Кордове. Здорово! Вы будете жить в монастыре, а тебе придется, папочка, вести себя хорошо. Я всегда себя хорошо веду. Знаю. Я пошутил. А я не шучу. Берегись, если узнаю, когда вернусь, что ты плохо себя вел. Да сколько можно об одном и том же, старик? Какой я тебе старик? Когда ты наконец научишься? Я твой отец. Ты уверена, что Ди Карло согласны, чтобы он побыл с тобой? Ты уверена в этом? Все в порядке. Ведь он мой брат. До вашего возвращения он будет со мной. Значит, не надо волноваться. Конечно, поезжай, ни о чем не думай. Ну, хорошо. Ну, ладно, пока. Пока. Садимся в автобус. Пока. До свидания. Веди себя хорошо.
Боже мой, какой ужас! Какой кошмар. Все мы под Богом ходим. Это известие нас потрясло. Невероятно. На свадьбе он выглядел таким жизнерадостным. А теперь умер. Простите, у меня вырвалось. Простите. Донья, мне так неудобно. Перед Флоренцией мы поссорились. Какое это имеет значение? В конце концов, Доменико Риса всегда ходил по краю пропасти. Так что у него было много шансов. Не понимаю. Он был из тех, кто вечно связывается с опасными людьми. А такие вещи обычно заканчиваются плохо. Мне кажется, имеет смысл послать венок от вашего имени. Да, пожалуйста. И ты поедешь вместе со мной на похороны. Нет, такие вещи не для меня. Я поеду с вами. А тебе-то это зачем? Не знаю. Я могу спать в твоей постели, а ты вместе с Милли. Нет, подожди, дай подумать. Да мы уже целый час здесь сидим. Мне уже мозоли на заднице. Подожди, подожди. Я должна что-нибудь придумать, чтобы... Что? Говори. Чтобы войти в дом, чтобы никто тебя не заметил. Значит, ты ни с кем не говорила? Нет, ну не волнуйся. Моя обязанность что-нибудь придумать. Ну все, теперь придется ночевать на вокзале. Нет, не волнуйся. Пошли. Подожди, сестренка. Что? У меня мысль получше. Какая? Я знаю, где можно остановиться. Нам нужно поговорить. О чем? Что тебе известно о смерти моего тестя? Что ты сказал? Это переходит все границы. Мой сын тоже меня подозревает? Я тебе не сын. И почему ты сказал тоже? Кто еще тебя подозревает? Кто? Иди к черту. Привет, племянник. Я собираюсь на похороны Доменико. Дядя. Что тебе известно о смерти моего тестя? Что ты об этом думаешь? Я очень сожалею, что я еще могу думать о смерти. Ты не знаешь, кто мог заказать это убийство? Похоже, мы подумали об одном и том же. С нами? А мне что, в курятнике, что и спать? Сам-то ты подумай, старик. Ну, не знаю. Ничего, Роман, спасибо тебе за все. Я сама что-нибудь придумаю. Неужели он испугался? Нет, кто испугался? Ну, ты, болтун, я еще думал, что мы друзья. Идем, Глория. Потом ночевать на вокзале. Минуту, минуту, что значит на вокзале? Ну, там есть заброшенные вагоны. Нет, ни за что. Ты там не будешь спать, нет? Все в порядке, Роман. Я возьму его с собой, не волнуйся. Минутку. Хозяин выгонит вас обоих. Ну вот, лучше пойти на вокзал. Нет. Ты останешься здесь с нами. Правда? Здорово. Спасибо, Роман. Но только с одним условием. Так, если ты начинаешь ставить мне условия, то ничего не выйдет. Почему? Я ведь сорванец, не могу хорошо себя вести. Привет. Привет, Берни. Не спится? Наоборот, умираю, как хочу спать. В чем же дело? Знаешь, я вся дрожу после похорон. Насквозь замерзла. Да-да. Не знаю, что делать с сеньором Иво. А что с ним? Да заснул на диване в гостиной. Что делать? Может, пойти разбудить? Нет, не надо, я сама пойду. Thank you.
Что ты хотела? Поцеловать? Ну так. Целуй. На русский язык фильм озвучен по заказу РТР в 2002 году. A otro sendero para conocer el mundo.